Удивительное место. Жаль, я тут не так часто бываю, как мне хотелось бы. Все это the best, что происходит в округе. Все это просто отлично. Тут даже в другой стороне, на противоположной, да, построен какой-то дом. И несколько домов с выходом к этому ручью. Потому что он действительно прекрасен, да? Но добираться отсюда замучишься, да, а тут... Но у них есть пропуска, по дороге они могут проехать. А я-то не могу, мне приходится обход идти. Это считай, как целых две железнодорожных станции получается, полторы где-то, пешком. Грустненько, что так далеко вообще. Мне тут очень спокойно. Несмотря на то, что постоянно что-то квякает где-то, крякает, рыбы плавают. Спокойно это когда людей нету. Вот тогда начинается спокойствие. И это надо очень ценить. Это не только мое мнение, но мнение многих, да? Уж неестественно, во-первых, жить в городах и в деревнях, кстати, тоже неестественно. И неестественно, когда окружает дофига народа, это толпы, то есть, да? То есть, как бы не социобляди, они говорят, а? Они думают, так и должно быть, типа социобляди должны все в кучу набиваться. Но что-то им не кайфово, когда они в электричке толкаются, да, локтями всех распихивают. В полном трамвае что-то им не нравится. В полном клубе им нравится, а в полном трамвае что-то не нравится, что-то хуёвое. Хотя разницы никакой, одно и то же. А меня и то, и другое пугает. Так что вот такое вот. Вообще там пиздец. Мало того, там какой-то хрен еще вылезет, начнет что-то там вякать, да? Это, да? Тамада. Я вчера видел. Вя-вя-вя. Какой идиотина, а? Ничего ни в чем не понимает тамада. Бегает там, прыгает. Что-то вякает, пытается себя шоумана изображать, да? Ой, дурачок. Дурачок, так и запишем про него. Еще его не про него могу сказать. Дурачок только, про тамаду, про этого. Надо разбираться. А не вякать, о, там, у нашего Гриши день рождения. Да вашему Грише на вас пофиг. И вашему Васе, и вашему Пете. На вашу болтовню местного тамады. Им пофиг просто, да? Ну так и должно быть. О, крыска пищит. Мышка. Где-то здесь прям. Крыска пищит. Или мышка, не знаю, не вижу. Чё, интересно, её кто-то кусает? Змеек. Или нет, тут змеек полно. А, вот. А вот отличное место, чтобы снимать минуту осени. Чем я сейчас, короче, и займусь. Отдыхайте еще на природе. Это великолепно, да? Отдыхать на природе, где нет людей. Лучше этого ничего и быть не может. Особенно у воды. Вон, птички пищат. Спокойствие полное. Every nice. Every good.